Друзья, добрый день. Рабочая классика вашему вниманию из наличия. Ножи универсал и таежный. Заранее извиняюсь, немножко капает дождь. Капли будут на клинках. Итак, кованая сталь H12MF на обоих ножах, соответственно. Спуски клином прямые от обуха, то есть ножи резачки. Финиш сатин, мелкий, поперечный. Рукоять стабилизированная карельская береза. И на универсале, и на таежном, соответственно. Покрыто маслом Даниш. Больстер, латунь, G10 наборный. С каждым ножом будет темляк из паракорда с бусиной. Размеры универсала, друзья, 253 общая длина. Длина клинка 128, 29 ширина, 3,5 обух. Пожалуйста, это первый нож. Таежный, друзья, по клинку, соответственно, по геометрии, по рукояти все то же самое. Абсолютно. Единственная разница, соответственно, в размерах. 265 общая длина, длина клинка 143, 30 ширина, обух также 3,5. Отличные, друзья, рабочие резачки. На охоту, в поход сходить, продукты порезать, пищу приготовить. Шикарные работяги. Стоимость любого ножа 4300 рублей. На момент публикации, естественно, в наличии. С ножными, кожа. Тиснение, прошиты, проклепаны два подвеса. И вот так сидят в ножнах.